Всем привет! Сегодня у нас мелодия из голосовалки, песня Владимира Макарова «Последняя электричка». На момент записи видео предложение набрало 35 лайков и довольно много по меркам голосовалки. Ну, те, кто меньше набрал, я их еще не разбирал, те, кто больше, уже разобраны. Помимо Макарова эту песню пел Эдуард Хиль, Иванушки Интернешнл мне попадалось, Алексей Гоман на шоу «Один в один». Но вот песня именно в исполнении Макарова была использована в мультике «Ну погоди» в первой серии, где волк там по пляжу ходит, бегает там за зайцем и из гарпуна в него стреляет. Вот. Я подумал, как бы мне ее вот на гармошках разобрать. Короче, можно сыграть на настройке «Па директор» на «До гармошки». В первой позиции там нотка ля, она ее много, и вылезает в припеве овербенд на четвертом и полубенд на втором отверстии. Все бы ничего, но овербенд все портит, и те, кто не умеют его извлекать, то могу предложить сыграть ее на низкой до гармошки по верхним отверстиям. Это первая позиция, до гармошка, соответственно, тональность до мажор. Там будет бенд на восьмом, на выдохе. Ну, либо овер на четвертом на обычной гармошке, либо на низкой до бенд на восьмом. Смотрите, какой вариант вам легче будет выполнить. Но, опять же, нужна низкая до гармошка, потому что на обычной будет очень пескляво получаться. В общем, проблемы те же, как было в «Амурских волнах», и там либо был овербенд на четвертом, либо бенд на выдохе на восьмом. В общем, получилось то же самое. Вот. Да, наверное, больше нечего рассказывать. Марио у нас сегодня в такой вот в черной кепочке, вот в том моей футболочке. Футболочка, кстати, зацените, да, из «Звездных войн». Ну что, поехали. Гармошка до, настройки Пади Рихтер, последняя электричка. Thank you.
да, концовочку опять на до пришлось сыграть с Бендиком, иначе там бы пришлось через овер играть. Вот такая сегодня песня, довольно веселенькая. Я встречал версии, которые значительно быстрее играются. Такой уже твист они сделали из нее. Но у Макарова она в среднем темпе, и ее довольно реально повторить на губной гармошке. Поэтому, если хотите разучить, то берите мой минус или пробуйте под Макарова играть. Ну, там, правда, другая тональность. Короче, ладно, берите мой минус. Минусы и табы я выкладываю на сайте видеогармошки.ру. Кто подписан, кто зарегистрирован, может пользоваться. Ну, а со всеми остальными я прощаюсь. До скорого. Пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.